Представляю нашего следующего артиста. Кстати говоря, Андрей Бухарин немножко ошибся в анонсе. Группа «Контора Кука» будет выступать, но несколько позже сегодня. А сейчас я представляю питерскую группу «Выход». Считается, наверное, самой загадочной группой в своем смысле ленинградского рок-движения. Существует уже почти 30 лет. Но ни радио, ни телеэфирами, ни суперклипами так никого не порадовало. Сами узнаете почему. Итак, группа «Выход».